Более 150 школьных лидеров и активистов с ярко выраженными творческими способностями в минувшие выходные собрались на Мозырской земле, чтобы побороться за путевку в республиканский финал смотра конкурса «Зажги костер добра». Уже пятый год подряд агитбригады современных пионеров делают ставки на музыкальность, зрелищность и, конечно же, патриотизм. Ребята в агитбригадах будут соревноваться за звание лучших. А лучшие в свое время поедут в мае на республиканский конкурс, который пройдет 20-22 мая в городе Минске, и будут представлять целую область там и бороться за звание лучших в республике. Если тимуровские звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Спустя более чем 75 лет заветы Аркадия Гайдара по-прежнему остаются актуальны. Белорусская пионерия сегодня сохраняет главный атрибут – галстук и хранит верность лозунгу «Будь готов, всегда готов». Они готовы прийти на помощь малышам-октябрятам, оказать поддержку пожилым, быть примером в учебе, спорте и творчестве. Быть пионером – это нужно быть всегда во всем, ну не лидером, а быть первым. И всегда давать напутствие другим, кто запутался в каких-то делах. И всегда нужно помогать, кто нуждается в помощи. Они должны помогать более старшим по своему возрасту, ухаживать за ними, помогать им. Мы убираем площадь нашей школы, мы помогаем вообще всем. В арсенале современных пионеров тематический рэп, десятки песен, веселые речевки, инсценировки и зажигательные танцы. Финалисты областного отбора агитбригад удивляли отточенными движениями и слаженностью. Удивить жюри пытались с помощью декораций первоклашки, у которых пионерия в будущем. Главное, чтобы была искра в глазах. Неважно, какое у тебя выступление, главное, чтобы показать жюри, что ты настроен, что ты хочешь показать, что у тебя в душе и показать себя изнутри. И главное, чтобы у тебя горели глаза. Костер добрых эмоций команды из 7 районов области зажигали на протяжении нескольких часов. Защищать нашу пионерскую честь на республиканском уровне в мае будут бригады из гомельских школ номер 63 и 26 и Рогачевской школы номер 2. Мазыряне, к слову, на пьедестал почета тоже поднимались. Номинация «Всегда готов» – второе место у агитбригады 11 школы. А третье место в номинации «Тимур и его команда» заняли ребята из школы номер 14. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цирулик, Юрий Горобец. Телеканал «Мозырь».